Итак, друзья, вновь приветствую вас. Это прохождение игры Medieval 2 Total War за Русь на максимальной сложности. Продолжаем мы нашу войну. Захватили мы Киев, и монголы отступили. Но они не повержены. Поэтому у нас еще есть работенка. Притом очень-очень непростая. Тем более, что долбанные монголы отступили к Смоленску. А у меня тут так-то нету защиты никакой. А еще скоро должны подойти тимуриды. Так, этих отошлем сюда. Всю эту армию давайте выведем и пошлем. Идем на войну с монголами. Уже можем многое себе позволить. У нас очень хорошая экономика. Давайте, кстати, ее еще улучшу. Еще понастроим там всяких домов. Так, склад. Пристани. Хотя давайте тут торговый квартал. Так, вот так. Пока что рынками будем довольствоваться. Надо убить Батыя. Убить его надо. Все, отлично. Хан Батый умер. Падла такая. Ну, так, погрузимся на флот, да? Кроме конников. Что-то испанцы на небезопасно близкое расстояние подходят. Мне это не совсем нравится. Давайте-ка, ребята, лучше вы уходите оттуда. Опа! Назовите место, где мы вступим в бой. И мы вас закрыли. Умри, язычник! Так, что у нас здесь? Можем ли мы сразу захватить Мец? Что-то мне пока кажется, что нет, не можем. Надо все же сделать армию получше. О, минус священник. Пятьдесят девять православия в Штетине. Так, здесь у нас, в принципе, готовая к войне армия есть. Давайте сделаем такой маневр. Хотя давайте тут так. Ну еще 2000 осталось потратить куда-нибудь. Москва, может быть, достойна будет этой чести. Так, 21-38. Давай-ка ты, чувачочек, пойдешь расстраивать нам сторожевые башни на востоке. Сибни Лавади, неверный.
Ладно. А, я забыл походить с португальцами. Слишком уж много забот уже. Тяжко. Да ладно. Да ладно. Ну давай, давай, нападай на меня. Надеюсь, я смогу отступить из такого положения. Да, отступил, кстати. Смотрите-ка. Смог отступить. Вязание. Так, невиданное нашествие, вторжение монгольских орд стало бедствием, к которому не были готовы правители Запада. Однако, если рассказы путешественников заслуживают хоть какого-то доверия, то Западу грозит новое, еще более грозное нашествие. Я-то с предыдущим еще не справился до конца. Блин, вот были бы они вот здесь. Да, было бы лучше. Собираем войска. Что ж вы лохи-то такие, а? Интересно, с какой стороны они придут? Так, что по армиям? Мы в пути. И мы в пути. Кстати, торговцы на готове. А, монголы мне преграждают проход. Однако. Хочу что-нибудь купить. Однако. Возможно, все-таки стоит построить флот против них. Так. Опа, сицилийцы. Что-то недоброе замышляют. Имши, вы пыль под ногами великого султана. Блин. Ладно, я построил хороший флот. Валенсию уже не получается захватить, так что идем к Марракешу. Так, вот здесь мы высадились. И у нас будет мощное вторжение в Англию. Не думаю, что мне хватит здесь сил. Надеюсь, вы умрете достаточно.
достойно. Хотя если наемников нанять, то да, а так... Ну не знаю, не знаю. Так, так, так. Допустим, Берн. Берн, может быть, я его смогу хапнуть, а? Может быть, а может и нет. Не очень ситуация по деньгам пока что. Хотите нас прогнать? Попробуйте. Но у них здесь вроде бы нету войск. Отлично. Вы еще и недовольны. Тут одно православие. Как вы можете быть недовольны? Вы уже давно владея Неаполем. Дядя, ты-то откуда взялся? Тут и так до хрена твоих. Сволочей. Так, что мы делаем? Мы соединяемся и пытаемся противостоять этим ордам. Нет, одного надо было наверх послать. Так, и чего? Дипломатов надо уничтожать. Они слишком много времени занимают. И принцесс тоже. Опа. А вот тебе и португальцы. Еще и отступить никуда нельзя. И он умер. Ой, сука, пидорасы. Просто... Да что у вас там за боевая галера? Ну это хуйня же, ну. Какими-то меня там непонятными корабликами пытаются удивить. А, я, конечно, ничего против галеры не имею, но у меня хольки. Хольк это вам не просто так, это мощь. Так, ребята, ребятулечки, пора туда пойти. И пора забрать Берг. Ну я все войска уже сюда отложу.
Отлично. Хоть так. Судя по всему, наш поход не удается. Или удается? Ну так, пока что непонятно, удался ли наш поход. Пока что не ясно. А, так, что тут с войсками? Ну, легче разбить, когда у них здесь командиры. Еще надо их казнить. По-другому никак ты с этой напастью не справишься. Думкопф. Если я вам нужен, приходите сами. Ну, у нас очень много войск. Что очень радует. Давайте дороги, потому что дороги нам очень нужны. Что ты? Что ты творишь, братан? Так, так, так. Вот так. Интересно все-таки, где будут долбаные тимуриды. Одного генерала все-таки надо наверх. Править, а то вдруг они со стороны Кавказа выйдут. Так, продолжаем наши войска нанимать. Что им не нравится, этим венецианцам? Зажрались уже совсем. Так, что у нас здесь? Все в порядке. Все в порядке. Ну, захватим у них Лондон и начнем экспансию в Британские острова. А здесь испанцы, а вот тут португальцы. Так, вроде везде я походил. Так, смогут ли крестьяне противостоять отряду конников? Нет, не смогли. Сибни Лавади, неверный. Так.
Даже конница Хорезма не спасла от крестьян. Нюрнберг. Забыл походить, но это ничего. Потому что Нюрнберг наш. Ну и что-то много всяких там ходов было. Еще забыл дипломатов поубивать. Я себе, мой флот смеет еще трогать. После того, как окончились времена монгольского нашествия, никто и не думал о том, что с востока может прийти новая, еще более страшная угроза. Но ныне к нашим восточным границам приближается бесчисленное войско Тамерлана, великого полководца и завоевателя, не знающего преград. Тимур уже завоевал Персию и далекую Индию. Он готов двинуть свои бесчисленные войска в новый поход. Как знать, выстоит ли Запад или пламя нашествия поглотит его? Итак, друзья, Запад — это мы, и мы должны выстоять. Мы должны выстоять перед этими неверными. Все, в принципе, понятно, что здесь они не будут. Поэтому переправляем все войска сюда. Переправляемся. Но здесь все-таки я буду строить сторожевые вышки, чтобы знать, где кто находится. Чтобы полностью все было под контролем. Так, ну и давайте войска. Переводим все войска сюда, на север. Ладно, этих потом можно нанять. Они дорого стоят, так что сами понимаете. Так, только вперед. Девяносто два, 97. Тут вообще сотка. Хотя давайте вот так вот сделаем. Вот так вот. Так, что тут у нас? Монголы, да? По идее, они не могут быть сильными мореходами. Отлично. Раздолбим их войска.
чё, тут полная армия. Но мы ведем свои войска. Так, так, так. Не смогли тут отбиться. Вот эту армию надо разбить. Но пока я этого не могу сделать. Мало войск. Ух ты, сколько у меня здесь степнячков. Так, снова войска войсками. Строимся. Если бы как-нибудь захватить Вену по-быстрому и Болонью, было бы очень замечательно. Так, оставим здесь, ну, допустим, такой гарнизон. И идем в атаку. Переходит все границы. Выйти замуж за вас? Я лучше умру. Сокровище так. Моего народа не достанется вам. Собираем мощную армию. Надо уничтожить империю. И тогда мы будем счастливы прямо. Прямо-таки да. Есть один ход, как можно поступить. Давайте промаршируем до сюда. Так, неплохо. Такс, сделали мы это. Тут надо починиться. Они сами на нас вторжение бесконечно делают. Ого! До скорой встречи в бою! Хотите подраться? Подходите ближе. Мы себя обезопасим, во всяком-то случае. Это будет первый русский плацдарм. Разрешит наш спор. До скорой встречи в бою. Так. А нет. Не получится таким образом. Значит, что мы здесь сделаем? Во-первых, нам надо флот сюда. Здесь. Что-то не хватает денег, надо откуда-нибудь взять. Да, вот тут, в принципе, казармы эти нахрен не нужны. А вот здесь можно пушки сделать. Так. Валенсия. Ну, тут мы ничего не сделаем пока что. А что если мы вас немного развести попытаемся? А,
Ага, ага. Главное, чтобы эта большая армия не подошла. Мавры высадились, блин. Такие взяли они в осаду, да? Сука, тимориды уже идут со всех сторон. Да пофиг. Нам здесь главное копаться, не дать им далеко уходить. Так, идем, идем. 49%. Здесь у нас что, сможем ли мы одолеть разбойников? Да, смогли. Тогда пробираемся к Тбилиси. Появилась новая мощная угроза. Оп. Хоть не мискликнул в этот раз. Нет, все-таки мисклик. А чё ты такой сильный? Надо задержать вот это войско. Так, все-таки двойной выстроим. Заграждающий. Не знаю, как эту хрень назвать, короче, порядок. Двойной заграждающий вал, вот. И не дадим им пройти. Не дадим. Так. Молодцы. Оправдали себя. А то в прошлый раз они умерли. Не победили. Ладно, ребята, на этом эта часть заканчивается. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и до новых встреч.